Ну, замечательно. А вы здесь посмотрели? Замечательно. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня у нас открывается выставка «Акварели Сергея Андреяки». И слово для открытия предоставляется председателю Московской городской думы Платонову Владимиру Михайловичу. Мне очень приятно, что уже, наверное, 20-й год, надо посмотреть по архивам, когда мы открыли первую выставку в Московской городской думе, проходят выставки вот произведений, которые украшают нашу жизнь и украшают парламент. Я благодарю вам за ваше внимание, за заботу, за вашу работу, не только просто в написании картин, а в подготовке огромного количества учеников. Школа Андреяки, она заслуживает такого внимания и поддержки со стороны всех, в том числе и вас. Спасибо, я с удовольствием открываю эту очередную прекрасную выставку, которая украшает Московскую городскую думу. Мы с этим ужились. Много у нас выставок прошло, ваши ученики у нас выставлялись. Вот и ваши работы были тоже вот с каких-то таких вот комбинаций. Но то, что вы сейчас вот нашли возможность выставить свои замечательные работы, ну, это действительно у нас праздник. И большое вам спасибо. Большое спасибо. Есть люди, которые стали в метро ездить только потому, что есть поезд, вагон, в который стараются попасть, потому что там картины Андреяки. Самый переполненный вагон. Ну, не то слово. Его творчество настолько отличается от творчества других, как бы замечательных художников, но лично я всегда отличу картину Андреяки от любой другой картины, даже если она талантливо написана талантливым автором и также акварелью. Талантище, пройдите, пожалуйста. Я, вы знаете, вам очень признателен за вообще за поддержку и понимание, и как-то поддержку того, чем мы занимаемся. Но я здесь говорю не столько о своем искусстве, сколько это об образовании, а о том, что в основном сегодня меня поглощает. Но я этим занимаюсь действительно серьезно, и хочется как можно больше отдать, научить молодых людей, детей, взрослых, которые хотят учиться. Вот это самое главное, мне кажется. Я со своей стороны постараюсь обязательно, ну, когда выставка у нас будет закончена, одну вещичку мы оставим в Московской городской думе. В честь 20-летия. Да, в честь 20-летия должна она быть. Это уже вы сами распорядитесь, где ей находиться, где ей жить. Это уже раритет. Это Московская городская дума 1, 2, 3, 4, 5 созыва. Спасибо. Не крупненько, но скромненько. Спасибо. Спасибо большое. Еще календарь от нас. Спасибо большое. Спасибо.